Эко! Ну, и мы заходим теперь сюда, последняя часть. Ну, это прям очень-очень сильно похоже на Final Mission. Thanks. Ой, я, по-моему, дважды сохранился, ничего. Хотел карту, на самом деле, открыть. Убить Игнасию, всех Игнасий. А, тут еще какая-то часть. Игнасия, 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 4? Еще 5, я думаю, будет где-то. 5, да? То есть нам надо и всех одновременно, еще судьи стоят. Интересно. В этом смысле? Типа стрелять быстрее, чем убивать? Ну, может быть, кстати, да. Все. Ну, короче, я предполагаю, что там надо сделать. Это шипы, чтобы я на домик никого не забрасывал, да? Могли просто вот такую крышу сделать. На такую крышу тоже нельзя никого забросить. Что-то как-то слишком много соединений сродниться, мне не кажется. То есть раз соединение, два соединения, три, четыре, да? Четыре соединения. Все со всеми соединены. Понял. Самое главное, что прогностики друг с другом не соединены. Но они друг на друга смотрят. То есть легче не стало. Ну, ну ладно, у нас 8 персонажей, как бы. Судья тут тусит. Дверка куда ведет? Сюда, сюда и... Опачки. Что за балкончик? Какой-то балкончик. Асгаль, кстати, тут горит. К чему бы это? Намеки? Ну-ка, давайте на трубе протестим. Ну, отсюда навряд ли. Слишком халявно было бы, да? Нам банально, я думаю, рынжи даже не хватает, чтобы отсюда пульнуть. Стоп-стоп-стоп, здесь чуваки стоят. Тихо. Взяли сюда, попробуем аккуратненько. Не-не-не, даже не близко. As you command. Так, но мы, может быть, можем войти внутрь и внутри кого-то подхватить. С кустов нет вообще. Но Зулейд у нас есть. Ну, кстати, вот эта часть как будто никем не просматривается. Эти стоят АФК, стоять. Этот смотрит в сторону, вот этот патруль нас беспокоит. И вот этот, что ли, только. Эти тоже вроде друг на друга смотрят. А мы здесь спокойно можем пройти. Мы можем даже на этот... А, судья же стоять. А, судья только до сюда смотрит. И больше-то сюда никто не смотрит. То есть мы можем попробовать добраться до вот этой дверки. Например, сюда кого-нибудь запульнуть. Либо на задний балкончик. До сих пор не понимаю, зачем он нужен. Блин, он есть, я хочу его использовать, но не знаю для чего. Зачем этот балкончик? Сюда не попасть, закрыто. Здесь такой же балкончик. Ну, что-то непонятные балкончики, если честно. А здесь просто комиссар ходит, да? Ну, я бы с судьи начал. Судью кто-то вообще смотрит? Может, судью никто не смотрит? Было бы удобно, но нет. Если не настолько халявно. Так, дайте еще раз меточку, куда судья досматривает. До сюда. Вот этот чел еще меня беспокоит много. Куда он тут идет? Вот он отворачивается, но на обратном пути он стрёмно как-то проходит. А, он очень долго, кстати, проходит, то есть он туда-сюда, туда-сюда, да? Короче, единственный, кто меня может пропалить, скорее всего, он. Так, ну поехали. С ними пойдем. Я просто не знаю, кто мне понадобится. Ну, короче, я хочу на самом деле вот в этот кустик попробовать заглянуть. У меня, кстати, опять подсветка всё, нет? Просто плохо видно белое на белом. Чё? Блядь, чему? Как меня заметило, блядь? Кто? Все же сидят, разве нет? Блядь, там кто-то не сидел, ну серьёзно. Better not pick at this knot the wrong way. Nonsense! I'm a proponent of frivolous experimentation. Good
all yours, Picus. Alas, a general should never stand at the front line. Ah, let's have at them already. Sir Reginald has gunning for a fight. Aye, there's treasure back home that needs picking up. Focus, or home will only be a memory. Now onward, through the fire. Through the fire. Through. Yes, that's exactly what I mean. Так, Джон. Хочу начать с него. Он может перемещаться под этой, под полом, так сказать. Так, я думаю, он будет нам вот этих чуваков отвлекать как раз таки. Но вопрос, кто сюда зайдет, потому что этих чуваков, скорее всего, буду отвлекать, чтобы вот этого чувака, Пинкус, кстати, Пинкус селится в студию. Но это бесполезно, мне кажется. Плюс нам надо... А, стоп, он не видит, по-моему. Да, он не доглядывает до этой штуки. Он ее не видит. Ха. Халява. Вот этот видит. I like the taste of it. Come on, Sir Reginald! What? A ghostly pleasure. Опа. Сюда. Теперь здесь мы выходим. Ну, я починю, наверное, его все равно. Сейчас вот этот на меня будет смотреть, да? Поэтому что мы делаем? Мы, во-первых, тобой отвлекаем. Во-вторых, тобой отвлекаем. А вот этот нас не видит. Поэтому халява. Так, ну поехали действовать. Ну, судью мы починили, то, что судья умеет стрелять, но мы ни на кого не достреливаем, лол. Я просто не знаю, ну, короче, выстрел, я думаю, мне пригодится. Пускай будет. Подалекий выстрел звучит неплохо. Плюс мы можем, знаете даже, что делать? Не тратить этот выстрел, а использовать этот выстрел, чтобы, например, опа, стриггерить чувака. То есть для триггера. Блин, сколько мы на этой миссии уже? 2 часа, жесть. Миссия супер, конечно, жесткая. Так, но я все равно хочу все зачистить. Мы избавились от судьи, который здесь очень много проглядывал. Эти чуваки сейчас, наверное, их никто не увидит, да? Наверное, надо начинать с них. То есть вот этот чувак смотрит, это до них, скорее всего, не достает. То есть вот эти такие уязвимые парни. И мы, на самом деле, снайпером... Ой, да, снайпером, судьей, короче, можем же выходить все равно. Почему бы и нет? Можем спокойно здесь проходить. Кстати, а Тереза от этого снайпера сильно отличается? Ну-ка. Просто ради сравнения, как они выглядят оба. Да блин, ну чуваки, ну дайте посмотреть. Плюс-минус одинаково реально выглядит. Это и как бы очевидно. Как бы один тот же персонаж. В плане модельки. Так, наверное, ты будешь убивать? Стоп, мы можем прямо сейчас убить. Сейчас этот чел отвернется, и мы убьем. Спи. Скотина. Монетка. Кому монетку, блин, дали? В этой игре. Быстрее, беги, успеешь. В чем проблема была кинуть монетку, дурашка? Проблема в том, что персонаж слишком далеко находится. Так. Никто ничего не видел? Че там? Видели что-нибудь? Блин, жесть у нас, кстати, радиус. Он всегда такой большой был? Чуть не припоминаю. Так, ну смотрите, теперь нам... этих же тоже никто не видит, поэтому можем теперь этих двоих убить. Но, кстати, Джон может выйти на другой стороны.
И сел все то же самое. Нам так вот это надо отвлечь. I've heard news from the depths. Наверное, проскипим. Ой, а, стоп, мы можем только это в соло убить. Блин, не знаю, судья что-то прям так стильно выглядит, жесть. Контролем пинкуса, не знаю почему. Так. Давай. Так, кстати, ничего нет, в этом случае. Сейчас мы этого еще убьем и... Наверное, нет, этого не сможем, на него смотрит. Мне надо как-то отманить тогда. Как бы его отманить, так... А... И чем его отманить? Кто нас умеет отманить вообще? Так, давайте найдем персонажа, который умеет отманить. Например, ты. Сейчас, погодите. А, блин, флавишь слишком много. Так, кидай монетку. Так, ты убивать будешь. Так, стоп, не тот обзор у меня. Он, кстати, завис на секунду до того, как монетка успел приземлиться. Ну, часто у всех таких персонажей есть проблемы. То есть я в кого-то пуляю из пушки Гайль, а чел смотрит и смотрит, смотрит, потом я в него тут же нажимаю пулять, он тут же начинает как бы ждать то, что у него уже прилетит. Хотя в него еще даже никто лететь не начал. Я могу, кстати, показать. Ой, там кто-то был? Там кто-то в пушке сидел. То есть вот, например... Сродница стоит, а? И она как бы смотрит в эту сторону, но у нее хоп, и она уже моментально поворачивается, как только я нажал на выстрел. Тем самым прерывая ее деятельность в плане обзора. То есть она, у нее обзор прерывается не в момент, когда на нее кто-то прилетает, а в момент, когда я на нее уже нажал кнопочку. Какая проблема в анимациях тут. Так, она как тут это отманить подальше, а, кем-нибудь. А кто умеет отманивать? Ну-ка, вот ты умеешь. Клинтин, иди сюда. О, в смысле, а кто это? Видите, а как я раньше проходил, меня никто не видел. Здесь вот проходил? Окей. Ой, стоп, не тот персонаж. Так, мне нужен... где он? My chest is off limits. Don't sell me short. Персонажей очень много. Кнопочка, конечно, путаюсь. Этих персонажей. Так, ты... ты кто? Блин, Пинкус, конечно, классный персонаж. Не прям... Ну, тут ладно, ладно, соглашусь, тут все персонажи очень классные. Так, я не хочу сейчас, наверное, избавляться от Пинкуса, чтобы перейти на эту сторону. Мне кажется, эту сторону мы и так можем зачистить. Пинкуса я оставлю, потому что здесь выстрел. Ради выстрела чисто. Не уверен, но, возможно, пригодится. Так, и повелась. Я тоже на эту сторону. Ну и Джон, конечно, тоже очень крутой персонаж. Своими этими. Так. Можем с этого начать? Можем его выманить, например, этим Вентином сюда куда-нибудь. Вот здесь, скорее всего, не увидит. Так. Вот, наверное, просто монетку кинем, чтобы его развернуть. А, даже какую монетку, просто рыбой. Блин, забывай то, что рыбу можно юзать не под водой. Як, минус еще один. Что тут еще осталось? Ну, эту штуку мы будем, я думаю, зачесть в самом конце. Я сомневаюсь, что мы можем раскатить сродниц по отдельности от прогностиков. Здесь 7 персонажей примерно. А, нет, сколько? 3, 4, 5, 6, 7. Как 7? А, да, 7. Прогностиков трое, этих четверо. Ну, то есть каждому персонажу по киллу. Так. С этим надо что-то придумать. Блин, без Пинкуса сложнее, я соглашусь. Let's go, Sir Reginald.
Nothing changed here, I see. Здесь будет Зулейда, я думаю, действует сейчас. Так, вытащите Зулейда из пушки. Кто ее туда посадил? Who is that? Oh, this is fascinating. Cover seeds. Let's cover this up. Let's cover. Let me just take notes on that one. Can you hear the waves? Souls from the air. Чел сюда не смотрел какое-то время. Let's go under. А ты сюда смотришь? Nobody will find me here. Блин, ладно, чел вообще никуда не смотрит, кажется, провал с его стороны. Сейчас этот вернется. О, он, кстати, не отворачивается, он смотрит. Ладно. Так. Тебя кто-то видит сверху? Да, видит. Но этих всех, кто видит, можно отвлечь, в принципе, в целом. А, кем это делать, блин? Куча персонажей. Блин, путаешься, кем что делать. Давайте этой попробуем, что ли, пройти. Big solution. Big problem, big solution. Swiftly. Так, ты достаешь, не достаешь. Тогда смотрите. Блин, этот чел не может отвлечь, потому что он сверху. Блин, и монетка. Монетка не достанет, да, наверное? Ну нет, не дотянется. Слишком далеко. Хотя. А, лол. Лол. Ха, окей. А, получается, эта штука отвлекает этого. Эта штука отвлекает этого. Так, и... Надо дождаться, когда он вернется. А Джон в это время... выйдет. Прыгнет в бездну. Так, теперь ты. О, ты его даже к нам подманишь, мы его тоже сейчас грохнем. Все, идеально, сохраняемся. Поехали. I'm glad your memories are still working. Так, нам нужен Джон. Убиваешь этого? Так, а вы что-нибудь придумайте с этим? Нормально? Вроде нормально. Так, а ты же этих можешь тоже к нам поближе подманить, почему бы и нет? Мы, знаете, даже сейчас Хаята сюда отправим, который твоя. Так. I miss the waves under my feet. Сейчас будет двойная приманивалка. Сейчас мы их еще ускорим. И убьем. Ты убиваешь этого. А ты убиваешь этого. Внезапно, да? Текущих переставь. Все. Так, теперь Джон может залутать штучку. Но лутает эту штучку не Джон. Почему? Потому что у Джона есть рейнджовое убийство. А, но проблема, что... О. О. А, тут двери есть? Серьезно? Такая халява? Эта дверь недоступна. Так, ну давайте придумать, как решать эту интересную часть, да? С кучей прогностиков, с кучей этих чуваков. Мистер Меркьюри, at the ready! Так, ну этот чел явно идет сюда. You're dead, brilliant! Эта дверь прям для него сделана. И он дотягивается здесь до сюда даже, да? Ну, где я раньше не вижу. А где ограничения-то? Короче, а, нет, вот, вижу ограничения. Не достает немного. Ну, пофиг. Он до этого достает, и это главное. Так. Я понял, здесь нужно стрелять по родницам. My blade так, иди сюда. Можно спокойно пройти?
А, блин, тут эти челы еще. А можно я чуть-чуть друг из друга выйти? На кого она вешается, не понимаю. На разных это висит, не уверен. Вроде на разных, но если чё... Very sensible, Molly. Come on, так, здесь вроде все убит. Еще раз пройдем сюда. Вроде без проблем здесь проходим. В целом мы можем и подальше, на самом деле, будет круто. Оп, и вынырнуть отсюда, да? Нормально, сохранимся. Короче, я думаю над тем, чтобы наш вот этот чел выменял вот этих двух чуваков. Он может это сделать, вот сюда поближе. Надо как-то двумя тут убить. Наверное, Квентин будет убивать, помогать ему, потому что Квентин не сильно рейнджовый. Плюс вот этих чуваков мы не можем никак отвлечь. Но мы можем стрельнуть. Например, тобой. Ты у нас снайпер. Ты можешь стрельнуть далеко. И у тебя шум. А, ты бесшумно стреляешь. И второй снайпер наш может стрельнуть точно так же. Его никто не услышит. То есть у нас два снайпера. Даже снайпер, который может даже... Ну нет, все, наверное, не может. Короче, придумаем, откуда стрелять, когда поймем, что будем делать дальше. То есть два наших снайпера стреляют. Давайте. Тереса, para servirle. Ну, не будем ее отсюда вводить. То есть снайпер, один стреляет, например, в этого. А второй снайпер наш стреляет в этого. То есть у нас два снайпера резко. Так. Таким образом мы убиваем сразу же двух сродниц. Дальше наших чуваки будут, скорее всего... Короче, будет подниматься тревога. После этого мы будем приступать к плану по убийству прогностиков. Прогностиков у нас как бы уже в это время сродницы будут мертвы, и чуваки, которых убивали, будут свободны. Соответственно, вот этого чувака мы можем на самом деле поставить поближе. Его, скорее всего, здесь никто не спалит, потому что надо вот вне зоны, наверное, вот этой штуки стоять, чтобы она не увидела. То есть мы будем стрелять откуда-то отсюда. Потом, наверное, атаковать прогностиков начнем. Может, лучше, кстати, тем, кто умеет стрелять, не убивать, а... Ну, просто здесь вот этих штук нам очень сложно будет убить. То есть, неким убивать. Потому что как только кто-то пытается убить его, тут же схватят вот прогностики. Я думаю, тут поочередно смотрят друг на друга. Да, поочередно. То есть кто у нас может сделать еще дальний килл? Лута это может сделать дальний килл. То есть кого-то пульнуть сюда. Трупов у нас, к сожалению, не осталось. Но это плохая идея, потому что мы не добьем. Мы только оглушим, а нам нужно убить. И этого чувака, ну-ка, его схватят сразу же. Посмотрим, что произойдет. Он как бы убивает, да? То есть он убивает, но его хватает все равно. Но это такое себе, то есть... Стоп, а вот такое ощущение, что все схватили. А, нет, его схватил вот этот только. Остальные... эти... Короче, эти сродницы стригерились, то, что они это увидели, то, что одну из них убили. Ну, то есть, в целом, можно, короче, один из выстрелов сэкономить сюда, а дальше знаете, что делать? Агрить прогностиков друг за другом выстрелом. А знаете, кто это будет делать? Этим будем заниматься Квентин. Но ама. Diamonds, rubies, emeralds.
А может, кстати, отсюда, ну-ка? Нет, не может. Ну и ладно. А, может? Лол? Як? Окей, это прикольно, что он так может. То есть он не будет тратить свой выстрел, он чисто будет триггерить прогностиков. Для того, чтобы они на нас штучку свою... Блин, а он не достает? Ты шутишь? Блять, чел. Ну ты чел, конечно. А, ну где наша ГЭ? Сейчас мы ее куда-нибудь... Отсюда, я думаю, он достанет. Без проблем. Тогда кто-то другой должен убивать сродницу. Блять, теперь Дэд. Ну ты шутишь, блять. Ладно, у меня... А, тут еще один патрон есть. Гаэль, пускай это так делает. Это второй патрон. Я думаю, это не факап. То есть у меня все в порядке в этом плане. Так, вопрос только, сможет ли она себя запыльнуть, блять. Ладно, мы можем пойти. Все. Получается, кто-то мне нужен еще. Например, ты. Ты не можешь. Афия. Афия — это плохая очень идея. Это супер плохая идея Афии убивать. Нам, смотрите. У нас, получается, снайпера убивают этих. Эти чуваки агрят вот этих. Этот чел, например, агрит... кем-то еще надо агрить. Никого не осталось, блинский. А, мы снайпера можем сагрить. Эту штуку, кстати, не можем. А, мы вместо того, чтобы, блядь, стрельнуть снайпером, мы, например, оглушим эту херню. То есть снайпер у нас не стреляет, а оглушает, например, эту штуку, чтобы ее стригерить. А в это время Джон убивает эту штуку, а потом убивает эту штуку. Да-да-да, вот так вот тогда. Этот сюда, ты прыгаешь где-то. А сюда... Тебя тогда не хватает вот эти. В этих мы тоже стреляем вот этими чуваками. Раз. И кто? Ты вот эта штука. Два. То есть у нас неким нас схватить. То есть у них мы этих всех... Короче, эту мы триггерим. Эти всех трех триггерим. Осталось только и убить. Этот убивает эту штуку. Эта штука, получается, убивает вот эту. Она может быть даже одновременно со всеми это сделать, почему бы и нет. Ей билка позволяет, там, в принципе, без разницы, кто раньше стригерится. А, такое ощущение, кстати, что первый клинок, значит, клинок и раньше сработает. То есть, ну, тут неважно, кого задержат, то есть кто-то в любом случае убьет, неважно кто. Зулейд еще есть, кстати. Let's capture this moment in time. Ну, Зулейда может АФК постоять. А, стоп, мне неким убивать этих, лол, погодите. Ой, персонажа не хватило одного. Дайте еще одного персонажа. А, в смысле не хватило? А это кто? Это не персонаж? Два персонажа для убийства двух сродниц, не понял сейчас. Так, а мы, может быть, даже всеми одновременно сработаем, почему бы и нет. То есть нам надо Джоном добить вот это, Пинкасом добить вот это. Все, что нам не хватает сейчас. Получается, вы реально одновременно убиваете ты эту штуку, ты эту штуку. Все. Ну это оно, я считаю. То есть все зашедулили. Так, сделаем. Пинкус. А могу? Ой, могу руку. Или нет? Можно? О, можно. Ну, поехали. Ну, убивай, убивай, что-то встал. Ну, как бы все. Кто-нибудь что-нибудь успел понять?
Но как бы все произошло так, как я и сказал. То есть эта штука мертва, эти штуки мы убили нашими двумя чуваками, этих двух мы вырезали нашими двумя снайперами. То есть взять судью под контроль, это суперсильный мув оказался. То есть я хз, что мы бы... я бы, наверное, просто подошел бы и убил бы, а потом кем-нибудь вот этим, например, добежал бы сюда. Короче, да, ладно. Выстрел такой. Как бы прикольно получилось, но не сильно нужно. Ну, снайпера поубивали этих, эти двое убивали этих, осталось три прогностика. Одного мы стригерили. А чем мы одного стригерили? А, стоп, нет, мы одну сразницу убивали Джоном, а эту мы стригерили нашим снайпером. Наш снайпер отвлекал одну из прогностиков. Эти двое просто убили эту штуку, а это кого... Кого она схватила? А, она схватила вот этого. Короче, все идеально. Все как я хотел, как бы. Ну, у нас кончились снаряды, да? Ну а нам сейчас дадут снаряды. Не знаю, зачем, правда. Погодите. Ой, нет, верните, верните! Я снайпером не залутал. А, я снайпером не стрелял. Wow! Huge memory this. And there's Ignatia. Wait, am I seeing double? Quintuple, rather. I'm counting 5 Ignatias in total. What's going on here, Marley? Ignatia has created doubles of herself to operate her forge. She endlessly refines and unleashes her grand memory on the world. If she senses you, she will end you. Kill them all at the same time. And what'll happen afterwards? We go home, Navigator. Any of them the real Ignatia? I'm very handy to be in multiple places at once. We'll just take them all at once. On my way. On my way. Так, что, пушечки разбираем? I can still feel you meddling with my work. You must be a glutton for pain. Any kind of distraction in this dull world of yours, Ignatia. How quaint. Another futile attempt at defiance. I like these the course another is your session. Gelsir, golden greeting. Thank you. No more with justice. One shot these weapons. Так, все все взяли. Всех есть по выстрелу. Да. Is better than wanting. А, два еще осталось, потому что... А, мы же, кстати, да, мы как бы стреляли, но выстрел не потратили. В этом и была суть. Чтобы просто стригерить. А, убейте всех Игнасий одновременно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять, да, я насчитал. В прошлый раз пять. Сейчас их пять. А вы не хотите уйти куда-нибудь? А, вы на дверь не смотрите. И чё? О, уходит, уходит, хорошо. Сейчас снаряды сюда. Мне кажется, можно с самого начала уже продумывать, что мы будем делать. Вообще, давайте, знаете как, вот этого персонажа возьмем. И вот этот персонаж возьмем. И еще вот этого персонажа. Пока ими подействуем, у меня есть один план. Кто меня заметил? Ты что ли? Не особо понял, кто меня заметил. Так, во-первых, хочу поставить кустик. Она же не заметит кустик, погодите, она же не будет триггериться на кустик. Всего лишь кустик. А, судьи, блядь, точно. Блять, камера, не прыгай, пожалуйста. Тут же еще судьи, точно. Ну, мы сейчас от судей как раз таки избавимся. Вот кто меня спалил, здесь судьи стоят. Судьи друг друга видят? А, не видят, тогда халява. Так, теперь, блин, неудобно. Можно, да, менять? Так, тебя... Тебя. Так, не надо. Memory I don't look up to anybody. This is where the fun always a pleasure. Прям лесенки. Oh, at least I'm here, huh?
Will it yield coin? А, в смысле, что? Ты ничего не видел, алло. А чё она спалила-то? В смысле, что? Они все в стелсе сидят, алло, игра, блин. А кого она спалила-то? Не понял сейчас, что произошло, если честно, почему меня спалили. То есть вот эта штука меня спалила, как я достаю своего тиммейта. А, типа на мне вопросик, но я в кустах, не, игра, тебе не пофиг на... Тебе пофиг на мои кусты? А кто-то мне сейчас возможно... А, ну-ка, ты не видишь, надеюсь? А, ну она плохо видит в любом случае. А ты? А ты больше сюда не сможешь. Так, давай, домик. Власть поэтому. Так, минус первый судья. Больше тут нет надеюсь судьи, ну-ка. Здесь еще один судья стоит, да. Избавляемся пока от судей. Так, штуку уйди. А, она вроде меня не видит. Куда ты, блядь, пошла? Так, забирай его. Где-то не выйдешь. Not worry. Так, сейчас будем назад возвращаться. Они вроде отвернулись окончательно. Она получается вообще только вроде с нас, на самом деле, нужна. Опа, мы тут. Че, не ожидал судья, да? Да и там смотрит, видит сильно всех. Так, тут, по-моему, ровно то же самое. А, кустик, нет, кустик нужен, погодите, кустик нужен. Это стрёмно как-то, да? Ладно, вроде нормально. Успела? Ну, вроде бы успел, но вроде пофиг, как будто бы, да? Да, что-то пофиг. То есть вроде увидела, а вроде не увидела. Файншот. Да в смысле? Да хватит палить, алло. Дай пролетает персонаж и чё? Ой, я не эту штуку, стоп, не сбил. Лестницы нету. Вот, еще какие-то двери есть. Давай уходи отсюда. Нет, не ты. Куда? Стой. Так, минус еще один судья. Возможно, снайпер это все мог сделать, но мы тогда бы выстрел снайпер потеряли. Я думаю, нам выстрел снайпера немного необходим. Вселиться, кстати, могли. Бля, могли. Да, кстати, могли вселиться. Был бы плюс выстрел. А плюс выстрел я хочу. Нет, кстати, снайпер... А, ну снайпер не за дверью. Он за дверь выйдет. Да, видит. Жажда наказания? Что за жажда наказания, не понял. Двух прогностиков в этом предмете одним членом команды. Don't let her frighten you. That won't be a challenge. Очень сложно пройти. You cannot woo. I believe in you. You cannot stop me. I am the architect of your... Придется ждать, скорее всего, ладно. You cannot stop me. I am the architect of your destruction. Сейчас, наверное, был, да? Ладно. Короче, доходят до сюда, стоят тут, потом доходят до сюда, стоят тут. Потом, видимо, возвращаются куда-то сюда, стоят тут. Блин, они очень долго стоят. Ну, короче, да, мог. Ну, кто же знал то, что они настолько долго будут стоять. Окей, не супер долго. Это с перемоткой, блин. И они, получается, сейчас здесь столько же будут стоять.
А, мне кажется, быстрее. А, кстати, не дотянется. Да блин, я персонажа ищу. Кстати, мы сейчас тогда пробежим. Если еще раз станет на полчаса. Точно, что-то я не подумал. Теперь подойдем спокойно. Так. Теперь, а вытащи его из пустыни. Здесь сохранился, потому что почему-то Янус палит иногда. Нет, никто ничего не видел. Так, теперь ты. А, можно же было сразу им. Так. Она в другую сторону пошла. Лестницу можем скинуть, кстати. А лестница тут не нужна по итогу. Пофиг, то, что я скидываю. Ну ладно. Может быть, другим персонажам пригодится. Все, у нас есть сутья под контролем. Вот это уже поинтереснее выглядит. Вновь у нас судья под контролем. Который ничего не прострелит, но который может выйти. И прострелить, например, отсюда. Понял, блин, в смысле нет. Короче, в любого, в какого-нибудь в любого точно прострелит. Есть. Кого пострелять, как бы, да. А, теперь надо придумать, что делать. Как этот пазл, головоломку решать. То есть у нас есть крайние чуваки. С крайними чуваками, я думаю, надо разбираться по двум персонажам. То есть у нас два персонажа сюда идут, два персонажа сюда идут. Вопрос кто? Вопрос тот, кто умеет... Тедзи за спиной. Ты отвернешься же, да? Ну там должна ударить, наверное, отвернется. Ага, ты не отворачиваешься. Ну а как бы есть одна уязвимость в твоей неотворачиваемости. Есть одна уязвимость в твоих неотворотах. Наверное, кстати, тогда в таком случае я буду вот этим персонажем сюда вставать или нет. Блин, вот я не знаю, этот персонаж это хороший персонаж или пофиг. Мне кажется, у меня есть похуже персонажи. Мне надо, короче, плохие персонажи по типу вот Гаэль, там вот это вот все. Тот совсем ничего не сможет сделать. Хаята ничего не сможет сделать. Хаята точно. Так, чуваки сейчас пройдут тут. В принципе, из Зулейда ничего не может сделать. Джекут. Джекут. О, какая-то лестница. То есть этот убивает и, например, Зулейду тоже сюда отправим. Нет, Зулейд, блин, нам нужен кто-то, кто быстро убивает с одной стороны, да? Блин, ну всех туда, короче, отправлять не будем. Так, Тереза, наверное, здесь останется. Джон здесь. Ну, короче, Квентина надо. В принципе, он нам больше не нужен, я думаю. Давайте его тоже отправим. А с ним, конечно, попроще перемещаться по этой локации, но да ладно. Пускай стоит здесь. Вот. Сколько у нас? Четыре персонажа, да, останется в центре? А здесь, наверное, Гаэль будет. А, Гаэль здесь не может остаться, блин. Вот бы трупик судьи еще забрать бы, да? Ну, хрен знает, как это сделать. Так, я могу пробежать в эту сторону? Прямо сейчас. В целом... А, у нас же у каждого по выстрелу есть, блин. Нам вообще пофиг, кем убивать? Сходите. Нам... А, нам пофиг им убивать. У нас будет какой-то один чел бегать и просто по всем шмалять. У нас здесь 4 персонажа, трое захватывают, двое бегают, шмаляют. Точнее, один бегает, шмаляет. Кто это будет, вопрос? Кто-то, кто умеет... А, нет, мы не можем шмалять всеми, потому что у нас выстрел кончится. Короче, это будет Зулейда. Это будет Зулейда.
И кто-то еще, кто умеет быстро переместиться. То есть нам нужен кто-то, кто кого захватит, но кто может моментально оказаться сверху, либо снизу. Тоя! Тоя умеет блинкаться. Блин, надо было Тоя брать. Вместо Зулейды. Надо Зулейду с Тоей поменять. Только проблема... Но его уже закинули. А кто-то еще может? Кто у нас остался? Джон остался. Блин, бесполезны остались. Снайпер. Короче, снайпер идет направо. Тереса, para servirle. А, нет, снайпер может из руки убить и выстрелить. А, нет, наоборот, снайпер оставим здесь, потому что снайпер может... Fate be our judge. Снайпер может вверх стрельнуть, например, попробуй, да? Да-да-да, снайпер, короче, здесь стоит. Тогда оставляем Зулейду, снайпера. А Фия и Джон тогда идут налево. Так, ты идешь отсюда? Так, вроде бы ушли. Так, давайте их закидывать потихоньку. Так, не память столько. Так, ну-ка, расстояние такое же, как у этих. Да, примерно такое же. Так. Все, эти по краям орудуют. У нас это здесь осталось, в принципе, пофиг, кто у нас здесь остался. Давайте тебя сюда. Так, теперь нам нужен, на самом деле, один персонаж с другой стороны. Лейда. You're dead anyway. Блин, сейчас не успеет. Слишком долго станет жить. Не, нормально, нормально. Так. Так, и ты, получается, орудуешь здесь, да? Это самая опасная миссия. Так, смотрите, что мы делаем. Получается, ты стреляешь в эту. Ты стреляешь в эту. Надо прямо сейчас действовать. Ты стреляешь в эту. Смотрите. Эти чуваки действуют, они убивают ее. Эти чуваки действуют, они убивают эту. У нас остаются вот эти штуки. А мы... Блин, они точно работают как прогностик? Я просто сейчас на 100% уверен, что они работают как прогностик. Вдруг их просто надо убить? Короче, я уверен, что да, как прогностик. Поэтому, смотрите, вот эту штуку убиваем, эту штуку, она триггерится. Эта штука триггерится от этого, эта триггерится от этого. Это чей выстрел, кстати? А, это снайпера выстрел. Затем нам надо быстро... А снайпер может, кстати, вообще выстрелить? Я не проверял. Может, может. То есть снайпер освобождает вот эту штуку. То есть мы сначала освобождаем снайпера Зулейды, то есть убиваем вот эту штуку. А освобождается снайпером, снайпером убиваем вот эту штуку. Освобождается тот чел, и он может на самом деле сделать выстрел в эту штуку. Да. Блин, пробуем? По-моему, план капкан. Так я забыл, что делать. Так, сначала действует вот эта штука. Она единственная, кто будет не схвачена. Так. Стоп, они никого не схватили или что? Они хоть кого-то схватили? Да, вот схватили чувака. Теперь, мы убили эту штуку, снайпер свободен. Поэтому снайпер быстро убивает эту херню. Так, стоп. Я ж тебя выбрал. А почему я не могу его выбрать? У меня снайпер почему-то по-прежнему. Всё. Опять белый экран, за что? Игра, прекрати своими белыми экранами смерти, блин. Это нас как бы в нашу реальность типа тпшит. В этом суть.
белого экрана. Быстрее продолжить кнопку. Ну, берите свой белый экран. За что? Все мертвы. Или все живы? О. А, все живы. Нормально. You have destroyed the world's only chance of salvation. There is nothing left. Even your blasphemous powers are worthless in this empty void. Нас больше. Погоди, чё? Чё тебе надо? Чё, она схватила? Атак! Make the kill! Take her now! To victory! О, ракушка! А ты ракушка кидаешь? Ладно. Что с лицом? Ой. Старейки. Она не должна... О. Everyone, together. You accursed pirates! Finally, good riddance. We did it, Navigator. We are free of her at last. Come, the Time Soul is waiting. Карты нет. Где мы, блин? Мы тут. А чё, корабль? Что-нибудь есть? Блин. So the Time Soul is still here. Aye, but it has stopped its whispering. I'm furious with myself, Navigator. After everything we've been through, I thought I'd be stronger. But all it took was a glimpse of how things could be, and I faltered. Not your finest moment, eh? I suppose I'll have to accept that I almost helped Ignatia doom the entire world. That would be a good start, yes. I hate this feeling, but I'm sure I'll get through this. With your help, you are still my navigator, yes? I'll think about it. Under one condition. Which would be? I'd say it's time we renegotiate my pay. 2 shares is not nearly enough for the trouble you are. You know what, Aphia Manicato? I think that's quite acceptable. Hey, Marley! Not to interrupt anything sweet, but... This world is drawing its last breath. Perhaps negotiations can wait? Right. Time to get us home. Listen well, crew. The real world only exists in memory now. And none of us can remember it all. Only the Time Soul can bring it back. I must use its power, and you must be my anchor. Ready when you are, Marley. Time Soul. I know you still remember the real world. I want it back. Yes, that world. The world where I mourned my captain. I want it all back. The good and the bad. I want to sail to new horizons. Remember that world, Time Soul. Bring us home. Unleashed. Миссия закончилась. Команда. И что мы исследовали? Воспоминания о великом замысле.
Завершено 9 из 10. Завершите задание с этим членом команды. А, это мы, короче, Афи мы не были на одном острове. Гаэли мы не были на двух островах. Джоном на трех. Той на одном. Зулейды на 6. Зулейды, да, понятно. Мы как бы последним персонажем ее открыли. Тереза на 4. Пинкус на 2. Квенти на 2. Зулейда. Это уже другое. Смотри на время. Помешайте 5 диалогам на 5... Чё? Кого? Помешайте 5 диалогам на 5 разных островах, используя бродильный порошок. Ну ладно, это понятно. Это мы все потом будем делать. Окей. О, карта. А как... Где нас откатывало? Даже ПКД тут откатывало. Или это последний? Нет, мы сюда, наверное, зайдем. Это без отката, это последняя миссия. Это мы вот эту как бы еще часть прошли. Это они уже показывают, где мы вот... Час 19, ага, конечно. Час 19. 2 часа, наверное, тут сидели, если не 3. Ну, блин, вообще хочется конец немного посмотреть, когда мы вот эту часть прошли и пошли сюда. Потому что здесь было поприкольней. Здесь была сейчас куча выстрелов одновременных. Ну, одновременное действие прям прикольно. Давай, заходи. Мы левую часть зачислили, потом правую. Немного подлагивает, как будто бы, да? Не знаю, можно от этого избавиться или нет. Мы зачистили левую часть, зачистили правую. Это был час. Кстати, последняя часть, ну да, она короткая, очевидно. И сейчас будет красивенько. Ну-ка, всех расставили. Этот сюда, потом этот сюда. Ну давай, давай, расставляй. Чё так долго расставляется, лол? И сейчас будет... Ну давай, где я будет? Так. Бам. Всех убили. А, как лагает, жесть. Потом прошли сюда. Зачистили тут чуваков. Потом зачистили здесь чуваков. Взяли под контроль в итоге. Кстати, под контроль хорошая идея была взять. Мне понравилось. Мне кажется, с этим было попроще. Потом поставили сюда двух чуваков. Потом поставили сюда двух чуваков. И потом всеми, хоп, среагировали. Бац. Где бац? Во, бац. Похоже на бац. Окей. 2.39. 136 воспоминаний, высвобождение 40 си. 0 тревог, убито врагов 82. Кем больше всего проходили? Афи, наверное, 19. А, ну да, она же тут с самого начала. Остальных мы по... Хотя Зулейды больше, погодите, Зулейды больше, Зулейды 22. Окей. Жесть, 32 якоря. А кого больше всего киллов? У Джона больше всего киллов. 20. Смертей у Терезы. Вот опять 0. Ну, короче, кстати, я заметил то, что ей не засчитываются в статистику киллы, но в ачивку засчитываются. В принципе, нам пофиг на статистику, нам главное в ачивку, чтобы засчитывалось. 16, 11, 18, 9, 5... 3. Окей. Обучающее видео. Ну, самое время, да, в конце игры про обучающее видео говорить. Темы на корабле, я думаю, мы сейчас будем раз корабль показывать. Это еще скажут? Я думаю, скажут. Должны сказать. Титров еще не было даже. Или тоже титры. Куда-то загрузили на... Да, на корабле. Ну чё тут? А мы можем продолжить наши воспоминания, точнее, испытания у зеркала? Yes, yes, I'm awake. How did we do? Are we back? I'll take that ocean breeze as a yes. Последствия? You slept like a corpse. Ahoy there, Marley. Glad to see everything's back in order. Вы можете разблокировать улучшение. Так, не обязательно. Последствия. Гаэль, Квентин и Джон. Зулейда и Тоя, Тереза и Пингус. Что? Это что такое? Не обязательно, не обязательно. I like it already. Ну вот, Квентин, например. Или что? Ну они... Да, это они. То есть надо с Гаэль говорить. Well, well.
Просто разговоры? Glad you're with us. You've slept like a rock. Aye, and not a minute too soon. Quentin here was eyeing that sword of yours again. I was. I just wanted to make sure your valuable artifact wasn't damaged or stolen while you slept. Thank you for keeping watch, Quentin. Of course, such a service doesn't come for free. I was thinking you could repay me with... Don't let him keep you up here. Go speak to the monk. Мне показалось, или они рок перевели как бревно? Мне почему-то всегда казалось, что рок это камень. Ну, Зулейда и Тоя. Но сначала Тереза и Пинкус. А, Эйфия, где ты был? Я уже доставил 6 речей в твою честь. Я думаю, что я спал на полу. Отлично. Я просто думал, что время для 7-й орации. No need to split a head with your nonsense today, Pinkos. Go see the Marley Afia. Don't worry. We saved you some room. Так, а где третья? Марли потом поговорим. И тем более обязательно. А это не обязательно. Consider it done. Oi, Afia! Finally woken up, have ya? Apologies for starting without you. The food would have gone cold. Well, it does smell grand. Save some for me, eh? Of course. None will touch your portion. Go on. Marley's waiting for you. Marley's waiting for me. I like these arts. Что скажешь, Марли? Жесть тут скелетов, ни хрена. Где они все это время находились? В этом, в полу корабля, как он, в подвале, а это. It's nice to see you among the dead again. Likewise, Marley. So, everything's back in order. Aye. The world is restored to what it was. What happened to Ignatia and the Time Sword? Ignatia tied her soul to that twisted dream of hers. She was destroyed with it. As for the Time Sword. I believe it has returned to the depths of the below. Excellent. I'd say that's Mordecai's wish fulfilled. Now, what say you we head back to Morrow's Reach and gather up all that gold? Unfortunately, the rest of the captain's treasure has disappeared as well. You're joking. I have a hunch where it went, but we can deal with that later. First, we have to discuss the matter of your further employment. I told you once that I do not need a navigator. It is clear that I was mistaken. You freed us from Ignatius' clutches. You solved the captain's riddle with us. You stood with the crew as they faced their past. And you saved me for myself more than once. In light of this, I find it only reasonable to raise your cut to the initial proposal. Then again, 3 shares carries with it a certain responsibility. Cut like that is more befitting of a captain. Wouldn't you agree? Well, well, Marley. Is that a proposal? You will be my captain, yes? Hmm. What do you say, crew? Ну, это, в принципе, ожидаемо было. То какие-то там доли, это как-то... подозрительное предложение. Окей, что дальше? У меня там куча всего недопройдено. Как минимум, у меня даже есть недопройденные квесты. Все-таки титры, да? Окей, но мы чуть-чуть недопрошли. О. Здесь вот веду. Короче... надеюсь, что нашивки, которые сейчас будут доступны, больше всего интересуют именно они будут более сложными, потому что игра в целом очень легкая, я даже разобрался почему. То есть не играл в Desperados, опять же, но играл в Shadow Tactics была местами сложнее. То есть здесь сложные моменты вот были, наверное, только 3. Это миссия с...
Ну, когда нас разделили на две команды по три человека, и там вторая вот эта миссия, она была, в, ну, последняя часть такая более-менее какая-то сложная, но все равно легкая в то же время. А, и момент с, ну, последней миссии, короче, вот эти выстрелы все прочитать, чтобы правильно. Короче, самое сложное, наверное, это. Но почему вот Shadow Tactics казался сложнее? Я пошел пересматривать сложные моменты, которые были в Shadow Tactics именно в основной кампании, не в нашивках. Понятно, нашивки мы тут еще даже не добрались до них. А в основной кампании самое сложное было это то, что у нас было ограниченное количество героев. У нас было очень много миссий, где мы действовали либо двумя героями, либо вообще одним. То есть я помню, вот самое одно для меня сложных мест в Shadow Tactics, это в 8-й миссии в замке Каназава, с левой стороны, где у нас был только Тоя и Мугин. И мы там Мугина вообще не могли особо пройти вперед. А Тоя... Ой, не Тоя, ну уже Хаята, ладно. Я уже путаю туда-сюда. Хаята мы могли пройти только куда-то там дальше на крыше, единственным персонажем. И им там вообще было нереально что-либо сделать. То есть было максимально сложно. Но при этом, если у нас был бы хотя бы там еще один персонаж, мы хотя бы даже если бы Мугина могли туда привести, то было бы уже намного проще. Ну и по итогу, как бы, когда я его туда подвел, потому что я сначала без него шел, это было проще, пытался без него что-то сделать, но без него нереально. Как бы, соло-персонажи не делают ничего. Здесь у нас всегда было три персонажа во всех миссиях. То есть, миссии, где давали... Вот, ограничивали это вначале, во-первых, ограничивали, когда у нас была только Афия, потом, когда нам дали Тою, либо Зулейду на выбор. Мы действовали только двумя. Только вот в эти моменты. Но это были начальные миссии, они были легкие сами по себе. Поэтому то, что у нас ограничено по персонажам, особо не чувствовалось. И единственная миссия, которую я еще увидел, это у Джона первая его часть испытания вот этого. Он там в соло действует. И больше нигде. Везде остальные три персонажа минимум. А три персонажа это нереально сильно. То есть это просто гига огромное количество контроля. Учитывая даже несмотря на то, что они сделали, потому что всех убийство по 5 секунд, то есть в Shadow Tactics убийство там максимум 3 секунды у этой, у Юки. То есть тот же Хаята убивает за 1.5, по-моему, или 1.3. То есть это очень быстро. Если бы в Shadow Gambit кто-то умел за секунду убивать, то это было бы тоже нереальная имба. Но здесь на балансе, то есть все убивают плюс-минус по 5 секунд, кроме двух героев. Зулейда и Хаята твоя. И Тоя убивает за 2.5. Но контроль тоже как бы работает на 5 секунд. Кстати, интересно, сколько в Shadow Tactics контроль работает на 5 секунд. То есть тот же камень, сколько он действует. Наверное, ну он где-то 5 секунд и действует, да. Но при этом там убийство за секунду проходит. Но из-за того, что, короче, несмотря на то, что... Как бы здесь на комиссаров, например, тоже не работает 5-секундное отвлечение. То есть все отвлекается где-то примерно на секунду. Но из-за того, что у нас три персонажа, они могут просто все свои обилки на одного скинуть, и они будут его держать в контроле, ну, где-то секунды 3. То есть 2.5-секундный чел уже убивает. То есть вот даже в последней миссии, где я справа проходил, где там и Квентина, и этого Пинкуса освобождали, там вот был момент, где я просто решил по приколу законтролить двух комиссаров одновременно. И что, блин, у меня это получилось. Я успел за 2.5 секунды удержать их в контроле, пока меня там Зулейда убивала. Короче, из-за того, что очень много персонажей, очень легко, прям слишком легко. Наверное, единственный минус игры. А в целом, очень круто сделана игра, очень круто сделано то, что мы играем на одном и том же острове, но проходим в разных все это местах, и у нас эти места смежны с теми местами, в которых мы были. Вот самое крутое пока что, ну, не все острова мы еще до конца прошли, то есть у нас еще остались на некоторых островах миссии, 100%, эти испытания как минимум, да. Непонятно, я могу их и сейчас пройти. Вот сейчас, кстати, очень много вопросов, что сейчас будет, сейчас будем смотреть. И вот в... Как раз таки из-за того, что миссии смежные. Короче, вот на одном острове это прям очень хорошо я проглядел. Это который с этим судильщиком. Там вот момент, где вот у нас вот перекресток, где три места сразу пересекаются. То, что мы одно это место прошли там справа внизу. Ну, короче, ладно, справа внизу. Без карты сложно показать. Короче, у нас там было в одном месте, мы прошли одну миссию. Потом другую миссию с Джоном мы прошли там с этим, с кораблем перевернутым в таверне, которая сделана. И третья миссия, которая у нас вот стрельнуть этим Тоей нужно было.
из пушки. И это все у нас как бы чуть-чуть пересекалось, но в целом это все было в разных местах. И такие моменты прям супер круто. И такое у нас на каждом острове практически. То есть пересечения есть, но они прям совсем минимальные. То есть какие-нибудь максимум проходы пересекаются, но то, что проходы пересекаются, это вообще плевать. Ну и персонажи, конечно. Ну, сеттинг, во-первых, очень крутой. Но сеттинг, кстати, очень такой яркий. То есть синее море, белый песочек, зеленая травка, пальмы, солнышко, все это светит, все очень радостно, все очень классно. То есть я на самом деле не. Это один мой. Нет, наверное, самый любимый сеттинг. То есть мне на самом деле из-за подобного сеттинга, например, Far Cry 3 является одной из любимых игрой. Хотя геймплей на Far Cry 3 мне абсолютно не нравится. Но просто вот сеттинг, вот это вот пляжа, море, вот этого всего вот супер классно. Но игра, конечно, супер не мрачная. В отличие от того, что до Tactics, где я посмотрел миссии, там просто все миссии такие серые, кирпичи, дороги серые. Еще та же Суганума, которая прям нереально мрачная. Там еще и музыка тоже такая мрачная достаточно. Кровь на земле в этом. Дождик идет. Короче, атмосфера присутствует. Здесь, конечно, супер веселая атмосфера, но тем не менее, она охренительна. Лично для меня. Ну, сеттинг, опять же, это, наверное, вкусовщина. Ну, вот что, например, сеттинг крутой внес, это то, что здесь есть обилки, которых не могло быть в каком-то реалистичном сеттинге. Потому что в Shadow Tactics крутых обилок практически нет. То есть у тебя у всех персонажей это обилки супер скучные, супер унылые. То есть там убийство с ножа. Обычные, неинтересные. Тут, конечно, тоже у всех есть убийства с ножа обычные. Но дальше обилка какая-то там убить нескольких, кинуть сюрикен, кинуть камень, подудеть дудочкой, поставить ловушку, это все скучно. Здесь это, конечно, все повторили, абсолютно каждую обилку повторили в том или ином виде. Но, тем не менее, это сделано интересно. Тот же Тоя, он может как бы подудеть, но в это время может блинкануться на свою штучку, которая стоит в другом месте, и подудеть в там же еще раз. То есть даже не еще раз в плане, что дождаться КД, а именно одновременно подудеть в двух местах. Как у меня это получилось. Ну, я не знаю, баг это или так и задумано. Но это было забавно. Причем мне даже надо подудеть именно было в двух местах, потому что мне там надо было сродниться отвести. Хотя по итогу не надо было, но мне там нужно. То есть мне в тот момент мне казалось, что мне нужно это сделать. Я это делал за счет того, что... Дудю в одном месте, блинкаюсь, и дудю одновременно из-за того, что анимация дудения еще есть. Ой, это что-то меньше, чем 3. Сердечко поставили в титрах? Серьезно? Лол. Короче, я подудел в двух местах одновременно. Может быть, где-то еще это даже можно реально реализовать. Ну и, например, чуваки со своим комбо-вомбо, который... Где этот... Блин, как его, Квентин, точнее, не Квентин, Гайль забрасывает Квентина пушкой какое-то место, Квентин удочкой притягивает ее к себе, она снова его запихивает в свою пушку, кидает куда-то еще дальше, он снова себя, и так просто перемещаемся по всему этому. О, еще одно сердечко, Юнити. Ну, кстати, да, движок вообще у них не менялся, у них тут все один в один, у них даже, когда я играл в демку, я запустил игру, у меня игра была в окне вот в таком вот примерно. Я не знаю, что это такое. Это вообще даже вертикальное окно какое-то. И в Shadow Tactics, я помню, его запустил. У меня он в таком же ровно не запустился почему-то при первом этом запуске. А здесь все ровно то же самое. Ничего не меняется.